блокировка автоэкспозиции, автофокуса. Почему блокировка? Непонятно. Ладно. Друзья, находимся в этом городе. Лимассол, который называется. И сейчас только что вон там произошел взрыв. Правде говоря, я не знаю, что там случилось. Да? Где меха, да? Вон там вот. Меха на русском, да. Вот, там произошел взрыв. Взрыв был мощный, вообще взрыв такой конкретный был. Но, как вы видите, все тихо, спокойно. То есть движение идет дальше. Одним словом, я так понимаю, ничего страшного там не произошло. Что произошло? Кто пошел смотреть? Мелкий. А вот этот? Да. Ну да, вон они тоже смотрят, что же там такое случилось-то. В общем, все нормально. После взрыва жизнь продолжается. Здесь у нас такая набережная, и взял... Хай! Такой барбос такой прикольный вообще. Аббас. Так, в общем, взял, друзья, вот такой квас в магазине. Только что. Он еще холодный, видите, такой весь покрытый. Весь покрытый зеленью, как говорится. Называется он агрофенушка. Агрофенушка называется. Квас агрофенушка. Деревенский белый. Вот, тут фишка такая, смотрите, деревенский белый. Значит, попробовал я этот квас. И, по правде говоря, он мне как-то не понравился. Какой-то такой, не то чтобы он прям совсем плохой. Кстати, сколько он стоил у нас? 2,55 евро он стоит. 2,52, а нет, 2,55, да. В общем, 2,5 евро стоит квас. Какой-то странный квас. В Подмосковье где-то он делается. Сейчас, секунду. Сейчас мы посмотрим, где он делается. Завод, минеральный вод. То есть здесь и минеральные воды есть. Также есть Московская область. Ногинский район. Ага, город Черноголовка. А, это, наверное, вот эта Черноголовка. Все вместе. Это, наверное, одни все выпускают, скорее всего, возможно. Что пускать? Ну, знаешь, есть Черноголовка. Они рекламу делают свою, этот алкоголь. Но так как алкоголь нельзя рекламировать, они выпускают еще много чего. И рекламируют по-другому. В общем, не важно. Важно то, что квас не очень хороший. Когда мы были в Риге, это было... Когда же это было? В общем, не помню я, когда это было, но это было. В Риге продается квас на базаре из бочки. И в магазине очень вкусный квас. Я пошел в магазин, взял в магазине в Риге квас, и мне сказали, пацан буксует, смотри. Сказали, что лучше квас, лучше натуральный, который из бочки. Пошел, взял из бочки. И оказалось, что вот этот из бочки, который квас, я не знаю, кто именно, но 100% они его разбавляют с водой. И это прямо чувствуется, так жестко чувствуется, я это почувствовал. После этого я решил из бочки больше не брать квас, и тем более, что меня напугали, что там в бочке водятся черви, могут водиться черви, то есть эти бочки не убираются нормально. Одним словом, такая история была. Но зато там на рынке, в Риге, на рынке, такое есть отдельное место... Рыбный, да, рыбный отдел где. Там продается квас тоже. Пошел я туда, купил этот квас. Сейчас не помню, к сожалению, сколько он стоит. Но там реально вкусный квас был. Вот просто удивительно. Я еще про себя беру его, думаю, блин, сейчас, наверное, будет такой же, как из этой бочки, скорее всего. Но взял. И оказалось, что реально очень вкусный квас. Насчет качества не знаю, но по вкусу 100% очень вкусный. Вот, а вот этот, ну, интерес в другом, в том, что вот этот называется белый квас. Смотрите. Видите, у него вода, то есть сам квас, он такой белый. Обычно квас, он темный. Даже в этой бутылке, несмотря на то, что эта бутылка темная, все равно видно, что он такой белый. Он так и называется, белый квас. Прозрачный, да, такой, как вода. И когда ты его пьешь, он больше такой, не то чтобы сок такой, а что-то... Какой-то компот. Компот, да. Сухофрукт. Сухофрукт, да. Что-то вот такое среднее, непонятное. Вообще, может быть, я не понимаю квас. Туда другое налили, а не квас. Все что угодно, да, могли налить туда.
Такая вот здесь житуха проходит, жарко, сейчас жара спала, несмотря на то, что жара спала, 33 градуса вот было сейчас только что, где-то здесь термометры, это стоят здесь они на улице, вот, показывал 33 градуса, а я так думаю, днем здесь минимум 35, даже не больше, да, сороковник, не знаю, есть, нету, но, да, наверное, сороковник может, но ужасно жарко, просто идешь и весь мокрый, вот. Такая вот киприотская жизнь. Находимся сейчас на Кипре. Зато море хорошее. Чистое море здесь, что удивительно. Очень чистое море. Буксует, да, пацан? Какую-то штуку хочешь раскопать. А. Вот, море очень чистое, красивое. И в отличие от города Ларнака, где там надо было, откуда мы сюда прибыли, там надо было, чтобы в море зайти, и надо было далеко идти. Здесь же такого нету. Здесь вот море заходишь и сразу как бы глубоко. С одной стороны, это хорошо для тех, кто плавать умеет. А с другой стороны, для тех, кто с детьми сюда приезжает отдыхать, для них, естественно, это плохо, потому что можно ребенка... Ну, в общем, опасно, понимаете. Днем так. Купаться, я думаю, не стоит. Ну, в смысле, купаться так, искупнуться и домой быстро. Да. А здесь лучше днем купаться. После 4. Конечно. Здесь сразу можно сгореть. Слишком утром рано, там в 7. Да. Или после 4. Авел у вас, авел? Не надо, там девушка сейчас скажет что-то. Что мы представим где-то. Не хочет, буксует там, смотрите. Там тряпки копают. А, раскапывают. Там сокровища, наверное. Одноглазого черного пирата, он в рыболовной сети закопал сокровища. Сейчас этот пацан раскопает их. Да, потихоньку народ, видите, выползает. Потихоньку выползает и... В нарды вон сидят, играют. Вон тебе, видите, два этих сидят. Вот они в нарды режутся. Вообще в Греции, я заметил, очень любят. Точнее, мы сейчас не в Греции находимся, но как бы такая тема относительно. Но когда были в Греции, там все вот в этих кафешках сидят. В нарды, разные игры, в карты. Вот какая-то у них такая атмосфера. Любят они в это все поиграть. Как бывает, возможно, помните, даже в тех же старых фильмах, советских, когда... Во двор какой-нибудь ты заходишь, и там мужики сидят такие, им делать как бы нечего по большому счету. То есть два варианта, или тебе надо пить с кем-то на троих, как говорится, или же сидишь, играешь вот в эти, там в домино тоже играешь, там в этот, рыба или не рыба, как это называлось, когда в домино играешь. Или рыба это было, нет, не рыба было, какое-то слово было там. Ладно, в общем, не важно, жара такая просто, у меня мозги плавятся. Так, друзья, пока все, такой маленький ролик для вас. Пишите свои комментарии, пишите, что думаете. Вот, я уже в последнее время, как вы знаете, читаю комментарии на Ютубе, по крайней мере, пытаюсь читать, потому что у нас сейчас интернета нет. И по возможности я стараюсь заходить, смотреть, что к чему, ну, естественно, отвечать, естественно, внимать вашим предложениям, потому что реально интересные вещи. Ладно, всем пока. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.